Александр, ну непосредственно о ключевом эпизоде в концовке, да, почему все-таки Уфа в последних матчах забивает на последних минутах, не опускает рук, и вы вот второй мяч уже забиваете в компенсированное время? Ну да, нам в последнее время удается часто забивать в добавленное время. Не знаю, с чем это связано, но в любом случае надо играть всегда до конца, до финального свистка, поэтому, может быть, как-то нас, можно сказать, вознаграждают за это, что мы там не опускаем руки, вот, и играем всегда до конца. Может, эмоции стадиона так завели, потому что болельщики местные-то уже наверняка праздновали победу после забитого мяча? Ну да, ну это тоже, конечно, повлияло, но, конечно, очень хотелось отыграться и нам самим. Сегодня все-таки потеряли 2 очка или приобрели 1? Ну, честно, я считаю, что ничья, в принципе, все нелогичный исход. Оренбургу сегодня были нужны очки. Вообще, как команда настраивалась, то есть знала то, что будет определять мотивацию команды соперника, что делалки говорили тренера? Да ничего, мы всегда пытаемся выиграть каждую игру, вот, поэтому ничего такого, сверх каких-то задач не было, сверх мотивации. Ну, обычная игра, важная, как и все остальные. Момент сегодня был еще в Куревич, когда подошел там, получается, скажем так, грубость, и на что там команда налетела, что-то началась потасовка. Как мы прокрутили момент? Ну, я далеко был от этого момента. В принципе, такие моменты в каждой игре случаются время от времени, поэтому тут ничего такого экстраординарного нету. Обычный момент. Спасибо большое.